Здравствуйте, меня зовут Шахноза. Мы сегодня снимаем свой ролик из отделения стационара. Хочу поделиться историей еще одной кошки. Буквально несколько дней назад обратились владельцы с жалобой на то, что у нее есть какие-то стечения из петли, что она как-то себя ведет не так, думали, что кошка беременна. Вот. На приеме было проведено УЗИ. На УЗИ плодов никаких мы не нашли, но увидели достаточно сильную увеличенную матку. Вот. Предварительный диагноз был пиометра. Это гнойное воспаление матки плюс истечение из петли у нее были. К сожалению, владельцы от питомца отказались. Такой кошке нужна была операция, вот, но ее оставили на усыпление. Вот. Рука не поднялась ее усыпить, врачи нашей клиники ее прооперировали. Вот. Уже прошли сутки после операции, чувствует она себя хорошо, после наркоза отошла. Сейчас она в бандаже, в такой одежке, и в целом состояние у нее хорошее. Вот, кошка осталась у нас здесь, и думаю, что все будет с ней хорошо, потому что чувствует она себя нормально. Хотелось бы еще сказать, что мы в ответе за тех, кого мы приручили. И это большая ответственность, когда мы берем питомца в дом. Иногда они болеют и нуждаются в нашей помощи, и усыплять это не выход.